как всегда, ехали мы, ехали и до реверса доехали. Но загорелся зеленый, и мы практически даже идем без остановок. Кто-то поломался впереди, походу. Что-то резко так отруливают все. Ясно. Это сделали пропилы в асфальте, чтобы здесь притормаживали перед светофором. Но никому не хочется прыгать по ним. Тут и без них-то хватает кочек и ям. Зелененький, пожалуйста, погори подольше. Слава богу, пересекли под зелененький. Так, это у нас 197 километр трассы. Трасса Челябинск-Курган. Связан реверс, а реверс связан с расширением трассы. Где расширяют, пока не вижу, только столбики наставили. И пластиковые отбойники на той стороне валяются. Второй километр проходим. Да, большой участок закрыли. На 195-м реверсивная полоса закончилась.
И уперлись мы в очередной реверс. Но что я замечаю, тот мы прошли практически ходом, а здесь пришлось немножко постоять. Второй по счету от кургана в сторону Челябинска. Посмотрим, сколько их всего. Ух ты, как тут грунт размывает. Конечно, с такой площади асфальта сходит вода, а здесь песок. Километровые столбики здесь убрали. Хотя нет, вижу. Сейчас скажу, на каком это километре. Теплый осенний дождик. Нет, осенний еще рано говорить. Сегодня 31 августа. Третий реверс. Я не знаю, он последний или не последний. Километровый столбик мы, наверное, сейчас не увидим, потому что здесь расширение, их убрали. Но когда будем съезжать, для информации я вам его подскажу. Небольшой всего лишь на этот раз 1 километр. Закрыли под реверсивную полосу. Нет пока столбов, зато прошел дождик перед нами. Так сегодня с постоянной периодичностью нас то заливает, то радует солнышко. А сейчас вот пойдем в водяной пурге.
происходит это все на 161 километре. Добежали до Шумихинского кольца. Здесь обычно работает экипаж, но сегодня выходной. Этого колечка нам остается ровно 100 километров, если быть точнее, уже 99 до Челябинской объездной. И выходим мы как раз на оперативный простор Роснефти. Смотрю, полностью поменяли асфальтовое покрытие на площадке ожидания. Ну, похоже, она не работает под заправку. Ну что, солнышко у нас уже на горизонте, а мы с вами подошли к Челябинской объездной. Сегодня мы идем по южному обходу, то есть берем направление на Троицк и Уфу. До Уфы 412 километров. Пока не стемнело, нам нужно пройти Челябинскую объездную. Ой, посмотрите, какая красота впереди. Там даже не одна радуга, а их там несколько, и все получаются какие-то коротенькие, как столбиками разноцветными. Да, и мы с вами едем в эту красоту.
по южному обходу города Челябинска стало ездить тоже более комфортно. Там, где были кочки, их немного срезали. Даже местами положили новый асфальт. Сзади нас страшно посмотреть, какая висит туча. А впереди, впереди у нас закат. А вот как раз и спилы, про которые я вам говорил. Спилили местами те участки, где сильные были. Сильные были кочки. И, ну, мы уже проехали те участки, где заасфальтировали. И я пользуюсь случаем, передаю вечерний привет своим подписчикам из города Челябинска. Желаю всем крепкого здоровья, отличного настроения и, конечно же, всегда жить на позитиве. Ну и на Челябинской объездной не обошлось без реверса. Мы попали еще и под красный. Зато поедем самые первые. Сейчас весь этот хвостик, который здесь скопился, уйдет, убежит далеко, и мы пойдем по оперативному простору. Ну что, горит нам зеленый, а здесь еще едут ребята навстречу. Видно, мост плохой, и все вон там занимаются фигурным катанием. Бомбежки. Вот это да. Ну, закрыть-то закрыли на реверсивное движение. Залепили немного ямы. Но хотя бы с какой-то одной стороны надо начинать менять покрытие. Прошли мы весовую рамку, и посмотрите, какой ложится у нас вечерний туман, как белое покрывало. Да, на часах 20:33. Солнышко ушло за горизонт. И на смену ему пришел туман. Ну, а мы пробежали Челябинскую объездную и съезжаем на трассу Челябинск-Уфа. Наконец-то здесь заасфальтировали съезд. Это совсем другое дело. А то спускаешься, кочка на кочке была, яма на яме. Практически объездной прошли, и все было
четко и ясно. А сюда мы как будто в какое-то другое измерение едем смотреть. Вот это туман. Надеюсь, он только здесь, в низине. Ой-ой. Если он сейчас еще и в горах будет. Ну ладно, до них еще надо доехать, так что не будем бежать вперед паровоза. Здесь вот наверху туманом даже и не пахнет. Так что, может быть, и нам и не придется включать противотуманные фары.